Мне вот так вот комментариев люди написали, они получили кайф. Тут я решил, что фотографии все дело не обойдется. За 3 дня деньги собрали. Девочка флейту купила. С этой проблемой ко мне обратились инвалиды, что есть лестница, отсутствует пандус. Они не просили, чтобы переделали все это масштабное строение, они просили просто элементарно знак. Предупреждающий знак, что нужно повернуть направо, там, собственно, пандус этот есть. Тут я решил, что фотографии все дело не обойдется, потому что это нужна картинка, видео. Из колеса, это в горку, это эмоции, лицо, как ему тяжело, это нужно по-любому видео. Абсолютно без закадровика, по картинке все видно, человек катится, дышит, только все на титрах. И видео очень хорошо зашло. После выхода этого сюжета знак поставили. Гулял по городу, увидел, девочка играет на набережной. Тут меня зацепило объявление, что она не просто так играет, она собирает деньги на новую флейту. Пока рядышком сидит мама, выяснила, что девочка реально собирает на флейту, на хорошую. Она стоит больших денег. Я тут же это все дело снимаю, выкладываю. Через минут 20 вот такое количество сообщений. Тут же публикую контакты, карточки, куда можно деньги. За 3 дня деньги собрали. Девочка флейту купила. Мне вот так вот комментариев люди написали, они получили кайф от того, что сидя вот просто где-то в офисе, на работе, дома, можно просто так помочь человеку, а потом увидеть результат. В течение там минуты ты уже должен прикинуть, где ты это поставить. Мне важно, чтобы мое лицо запомнили.